своими словами, действиями не преграждать нашим детям дорогу к Тебе. Благослови нашу воскресную школу, наших добровольцев и наших детей сейчас, чтобы они открывали свои сердца навстречу Твоему Слову, и чтобы Слово Твое преображало их, как преображает любого приходящего в мир. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Еще одно маленькое объявление. Если кто-то так